Всем привет! И вот так я начинаю свое утро. Вот так я встаю с кровати, вот буквально только футболку поменяла, чтобы поприличнее выглядеть. И я думаю, так многие выглядят мамы, у которых есть дети до года, потому что ты нормально не спишь всю ночь, ты просыпаешься, кормишь его, меняешь его памперс, в общем, делаешь всю эту рутину. До этого у тебя образовываются вот такие вот круги под глазами, ты спишь с какой-нибудь резиночкой, как я, вот так вот обычно. В итоге просыпаешься вот в таком вот виде. Непонятно, что на голове, непонятно, что на лице, круги под глазами. Но так как я еще работаю на основной работе, и мне надо выглядеть более-менее прилично, поэтому у меня есть всего лишь 20 минут. Я хочу показать вам, как можно быстренько привести себя в порядок, используя минимальное количество косметики и разные штучки, чтобы выглядеть поприлично. Смотрим.
Бинго, я закончила. Ну что ж, макияж занял у меня 17,5 минут, достаточно быстро, я уже готова выезжать на работу, выгляжу я прилично. Хочу сказать вам большое спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Я жду ваши лайки, жду ваши комментарии под этим видео, я обязательно всем отвечу. И я вас всех очень люблю. Хорошего вам дня. Пока-пока.